Северский район посетил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. Владыка приехал в Свято-Георгиевский храм на территории поселка Афипского, где встретился с главой района Андреем Дорошевским и его заместителями. Вместе обсудили возможность строительства православной школы на территории поселения. Осмотрели подходящие для этой цели земельные участки. Митрополит напомнил о важности духовного воспитания подрастающего поколения, ведь в наше время особенно важно сохранить у молодежи систему нравственных ориентиров.